Динамовцы намерены победить Young Boys в предстоящем матче третьего тура Лиги Европы. Об этом заявил главный тренер киевского клуба Александр Хацкевич. Сегодня команда провела открытую предматчевую тренировку. По словам наставника белосиних, игроки в хорошей физической форме. В этом году они уже встречались со швейцарцами в Лиге чемпионов. В домашнем матче одержали победу, но проиграли на выезде. Теперь футболисты заявляют, в Лиге Европы не собираются сдавать лидирующую позицию в своей группе. Хочется взять небольшой реванш за то поражение, которое выбило нас в Лиге чемпионов, и настраиваемся только на победу. Мы в каждой игре стремимся выигрывать, и мы, еще раз говорю, подчеркиваю, что мы играем для болельщиков. И я надеюсь, что наши болельщики будут с командой как в те минуты, когда и мы выигрываем, и когда на самом деле, может быть, у нас есть сейчас проблемы, да, и должны мы быть все равно вместе.